небесе Боже, и вещь, и посети виноградцы, и утверди, и Боже насади, десница Твоя. Братья, свободшиеся от греха, поработитесь о правде, человеческую глаголю, за немощь плоти вашей, я служу Богу представить иуды вашим, рабы нечистоте и беззаконию, беззаконием, так уныне представить иуды ваши, рабы, правде во святыню. Кончинам бонник смерть, ныне же свободшийся от греха, поработшийся же Богу ви, имя и плод ваш во святыню, кончину же жизни вечную, обротцы Бог греха смерть, дарование же Божие, живот вечный, о Христе Иисусе, Господи нашим. Благослови, Пресвященнейший Владыко, Благовестителя, Святого Апостола и Евангелиста Матфея. Отрок мой лежит в дому расслаблен, лють и страждан, и глаголы ему Иисус, аз пришед исцелю его. И отвечав сотник, рече ему: Господи, есть достоин, да под кровь не деши мой, но токмо рцы слова, исцелит отрок мой, ибо аз человек есть под властью, и мы пред собой войны, и глаголю сему: иди, и идет, и другому приди, и приходит, и рабу моему сотвори сие, и сотвори. Же Иисус удивися и рече грядущим по ним: аминь глаголю вам, не во Израиле таки веры приток. Глаголю же вам, яко мнози от восток и запад придут и возлягут с Авраамом и Исааком и Иаковом во Царстве Небеснем. Сыну вижу царствия, изгнаны будут во тьму кромешнюю, то будет плач и скрежет зубом. И рече Иисус сотнику: иди, уже веровал еси, будет тебе исцелил отрок его в той час. И поморья Тирска и Сидонска, и же придуша послушать его, и исцелитесь от недуг своих,
и страждущий от дух нечистых, исцелякуся. И Твой во святочи свои на ученики своя глаголаше, блаженни нищие духом, яко ваше и Царствие Божие. Блаженни алчущие, ныне яко насытитеся. Блаженни плачущие, ныне яко восмеетеся. И егда разлучат вы, и поносят, и пронесут имя ваше, яко зло Сына Человеческого ради. Возрадуйтесь в той день и взыграйте себя мзда ваша много на небесе. Святых равноапостольных великих князя Владимира и великих княгини Ольги, святых новомучеников, исповедников церкви нашей, преподобных богоносцев, отец наших Антония, Феодосия, Кива Печерских, Чудворцев, Сергия Губнорадовского, Ивана Почаевского, Серафима Саровского, всех святых благоприятных, сотвори молитву нашу о церкви и всех людях Твоих, от единой купели крещения, еже пресвятим князе Владимире, мы, чада Твои, благодать восприятием, дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди. И на племенным же языком ране ходящим, и на святую Русь ополчающимся запрети, замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти придержащие ко всякому благу наставь воинам заповеди Твоих утверди. Вершенная кровь в дому веди, голодный напитай, недугующий и страждущий укрепи, исцели, смятение и печали сущим надежду, благую и утешение подашь, набрание убиенным, прощение грехов и блаженное покаяние сотвори. Исполни нас, яже в Тебя веры, надежды и любви, якогда во всех странах наших, едиными усты, единым сердцем исповемся Тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем Пресвятым, благим, животворящим Твоим Духом во веки веков.